В то время, пока приостановлена работа многих учреждений, в том числе спорткомплексов, профессиональные атлеты не сидят без дела, стараются держать себя в форме. Заслуженный мастер спорта России скалолаз Станислав Кокорин рассказал, как он тренируется, не выходя из дома. Сейчас сложилась такая ситуация, что нет возможности тренироваться на скалодроме. И, конечно, это очень плохо, в первую очередь, потому что я сейчас разучиваю новые элементы на скоростной трассе, и у меня нет просто практики для того, чтобы отрабатывать эти элементы. И приходится не то, чтобы даже нет возможности отрабатывать эти элементы, а вообще полноценно тренироваться. И поэтому пытаюсь, нахожу возможности, как держать себя в тонусе, какие физические упражнения можно придумать здесь, в четырех стенах, и постараюсь по-разному креативить, чтобы это было не скучно, не грустно, поэтому стараюсь придумать каждый раз что-то новое и задействовать все группы мышц, то есть это всевозможные планки, это различные отжимания, подтягивания, и стараюсь их делать в висе, да, использую там распорку между двумя стенами и так далее. Основная задача – это все-таки поддержать такое ментальное здоровье, ментальное состояние, чтобы не было скучно и при этом задействовать свои мышцы, чтобы они были в тонусе.